Каждому своему заместителю глава региона раздал конкретные поручения. Это и улучшение услуг ЖКХ, строительство школ, предоставление господдержки фермерам, развитие курортов. Впрочем, как отметил губернатор, озвученный план работы касается не только краевых чиновников. Мы одна огромная общая команда. Поэтому задачи, которые ставятся перед замами губернатора, значит, тут же их проецируйте на свои блоки. Я еще раз обращаюсь и к коллегам из краевого центра, из краевой администрации, министерств, департамент и коллегам главам муниципальных образований. Сейчас не будет стоять задача для них и для вас. Задача стоит для нас, все вместе. И сразу должно быть понимание, конечный итог этой задачи – улучшение качества жизни населения. Все, друзья, других итогов и других целей я не вижу. Также на планерке Вениамин Кондратьев поблагодарил всех за работу в новогодние праздники. Выходные прошли без серьезных ЧП и происшествий. С задачей обеспечить в крае безопасность и спокойствие во время праздничных каникул все справились на высоком профессиональном уровне, отметил губернатор.